какая красота! Очень, очень красивый, действительно. Люблю, просто люблю бумерсине жить, друзья, потому что здесь 320 дней солнце, море, свежий воздух, морской воздух. Просто здесь очень хорошо жить, друзья, потому что есть возможность. Мне кажется, я так думаю, счастье не зависит от места. Счастье зависит от вашего внутреннего ощущения, от внутренней жизни. Если вот от вот такой маленькой детали даже получаете удовольствие, видите красоту, видите позитив, так-то у вас будет всегда счастье, друзья. Не надо минусы всегда посмотреть, не надо всегда негативы видеть. Негативы по-любому есть, если вы хотите это увидеть, правда? Друзья, скоро хочу с вами поделиться один элитный проект отсюда 400 метров до моря. Теджи, район Теджи. Как-то Теджи, что нас напоминает оператор? Газ, да, здесь газ, отопление есть, друзья. Это самый близкий район до центра Мерсине. 1+1, 2+1 и 3+1 на продаже, на стадии стройка. Есть, друзья, беспроцентная рассрочка. 1+1, 71 квадратный метр и 3+1, 155 квадратный метр, друзья. Конечно, под видео есть ссылка, нажимайте эту ссылку, оттуда получаете более подробную информацию. Так что, друзья, я вам хочу сказать, если вы хотите просто приезжать, жить, свою жизнь менять, если особенно у кого есть какие-то болезни, у нас один друзья есть. Они из Казахстана, по-моему, у него астма болит. И теперь он здесь живет, и у него уже лучше стал. Насколько вот этот климат помогает для болезней, для жизни, это очень хорошее, на самом деле, друзья, именно для жизни. Вот этот город Мерсин подходит, потому что город не только для здоровья, еще развивается наш новый аэропорт, уже открывал, друзья, международный аэропорт, и метро строится, город динамически развивается, город Мерсин с вами сегодня, друзья, район Теджи. Так что давайте, я не хочу долго здесь с вами поговорить, потому что наш оператор, как-то я долго разговариваю, он злится на меня и заранее предупреждает меня, можно коротко говорить, что больше информации рассказывают про проекты. Так-то поехали, проекты посмотрим на место. Итак, друзья, теперь мы приехали от пляжа сюда, 400 метров, буквально, да, 400 метров. Я думаю, что потом здесь будет очень хорошая, красивая улица. Пока стройка идет везде, еще инфраструктура, очень богатая инфраструктура, друзья. Есть хамам, сауна, тренажерный зал, огромный большой бассейн вот здесь. Вот это трибулек, огромный большой сад и 24 часа охрана, консьерж. Очень хороший проект, еще качество. Отделка качества тоже очень хорошо. Я просто не умею литературно говорить, но название вот этого материала очень качество в другом, выше уровне. На самом деле, друзья, это район Теджи. Теджи от нашего офиса тоже недалеко, наш офис здесь рядом, и центр тоже отсюда буквально 15 минут. Еще раз напоминаю, Теджи — это кто замерзает зима, кому нужно отопление, здесь газ, отопление есть, друзья, очень хорошо, в самом деле, беспроцентная рассрочка тоже есть, все есть. Главное, чтобы вы остались довольны, счастливы, друзья. Под видео ссылка есть, нажимайте эту ссылку, сразу можете почитать более подробную информацию. Либо вы можете просто к нам обращаться через Viber, WhatsApp, Telegram, онлайн. Можем снимать, посмотреть, вам можно все подробнее показывать, друзья. Так что, пара три есть вопрос? Нет. Тебе нравится этот проект? Нет,
Мне нравится то, что в Теджи. Теджи. Очень круто, что есть газ. Здесь Теджи очень красивый. Еще здесь жизнь, движение больше, чем другие районы, правда? Да, здесь. Потому что центр здесь рядом, и каждый среда и субботу здесь базар бывает, сельский базар, натуральные овощи, фрукты продаются. И еще вот такой жизни, друзья, город развивается, Теджи тоже развивается, везде стройка идет. Это именно, если вы хотите через 5 лет жить, можно заранее вот такой проект тоже купить и потом приехать, жить, наслаждаться, друзья. Всем удачи, берегите себя. Да, уже руку устал, микрофон держу здесь. Так что люди подумают, что я iPhone показываю, телефон, да? Лучше телефон показывать. Так что всем удачи, из Мерсина всем большой привет, друзья. Если что, я вам помогу, если какие-то вопросы есть, как турак, как ваш человек в Турции, друзья. Всем удачи, пока.